И снова всем здрасте. Вышли прогуляться. Вот навыгуливались, пришли попить водички маленько. А где водички взять? Вот с калинки. Паля вон куда-то у меня бежит. Вечно впереди. Все. Дальше дороги нема. Ну туда идет еще. Чуть-чуть. А тут, наверное, только на снегоходе. Вкусно. Кисло-сладкое по вкусу. Стрелял кто-то в пень. С дроби поливали. О, рыжая здесь набегала. Фух. Все, дальше идти некуда. А мы дальше, наверное, не пойдем. Все. Пойдем назад. Здесь вот так. Снега много нету. Ну как много нету? Вот сколько снегу. Вот сколько. Ой-ой-ой, упал. Ну вот так вот, по колено где-то. Надо лыжи. Лыжи дома. На лыжах отходил, все. О, боярка. Калинки поели. Теперь маленько боярки. Можно бахнуть. Она подмороженная. Калина лучше в том плане, что в ней одна кость, а тут много. Ну что, ну погрызу маленечко. Фу. Не то. Дома лучше, вкуснее, которая сушеная. Пойдем к подстанции. Вон сколько пасынков торчит. Пустых. Тут, оказывается, котельная была. Сказали, сейчас мне Паша сказал, здесь шахтовая площадка была. Здесь большая была кочегарка, которая отапливала две шахты. Мне все охота по этому гребню пройти. Но туда лезть надо же. Я знаю, что там ничего хорошего нету. Просто охота. Я даже знаю, куда я вылезу. Потому что по гребню идет дорога, по которой мы ходили уже неоднократно. Ну все. Фу. Боярки. Поел. Ну, калиной лучше запивать. Калиной лучше. Так, что еще? О, сейчас еще облепихи. Вон Паша уже полез за облепихой. Фух.
Что, вкусная? А? Ну, мелкая, да? Ну, я знаю, что она тут мелкая. Ну, посмотрим все равно. Вот они. Лепота. Ой, вкусно-то как. Ой, как вкусно. Еще вкуснее, чем калина. Да? Вот так вот сбоку. Вот сколько ее здесь. Там еще вверху вон проблескивают. На самом там хребте. Там скалы. Фу. Мне надо еще покушать. А? Сколько? Что ее покупать? Пришел, наелся и ушел. И прогулялся хорошо. Всю зиму торгуют на базаре. О, сейчас еще ранеток поедим. Угу. А. Ягодки. Яблочки маленькие. Это вообще ништяк. Все вкусно было. Речка внизу, какой-то ручей. Или просто ложбина. Скорее всего. А это что за перекладины? Ходи пощупай. Не, спускаться. А туда по прямому выходить, если там провалишься, да, куда-нибудь. Вон, вон там провалишься, все, и не вылезешь. Никогда в жизни. Там вода. Но она, наверное, замерзла там сейчас уже. А может и не замерзла. Ворона каркает. Не. Пасынок вверху. На подстанция, там люди работают. Ветер дует, прохладно. Ну все, домой пошли. Выгулялись.
хочешь яблочко? Он видал, что Пашка делает? Яблочек набрал с собой. Семечек у них много. Угу. Эти вот эти горы, говорил, их же не было. Не было. И вот этих не было. А все раскопали. И вон там, который подальше, тоже не было, тоже собирал кто-то. Вон те вон? Да. Мы там подходили, там караул. Ну вот тоже кто-то подходил. Любопытные. Вот здесь бункер. Ну вот здесь бункер. Вот такой бугор красивый здесь. Вот сподалека посмотреть, как подстанция. Там шлагбаум у нее. Не успеешь подойти, уже сторож к тебе бежит. Здрасте, что вы тут забыли? Вон лось стоит, ест. Шучу. Самопосадки сосновые. Вот эти вот. Надо на камеру шубу одевать какую-то. Батарея быстро сдыхает. Ну, я как-то ходил уже в мороз большой. Я не помню, сколько она меня продюжила. Около часа где-то. В 30 с лишним я ходил. Не помню, короче, старый стал. По этой низине тоже люди жили, да? Да. Это что, в каждом лагу была деревня? Нет, не в каждом. Ну вот в этом была, да? Да, здесь была. Прямо там которая? Там стояли домики вон там. Вдоль горы. Да. И потом вот немножко справа туда вот дорога выходит, которая. Вот там домиков много было. Вот так вот. Здесь целая деревня была, оказывается. Сейчас все живут в человейниках или в земле сырой, скорее всего, лежат.
вон опоры торчат. Освещение было, наверное. Освещение было, да? Или просто линия? Освещение, нет, было. Просто вот. Вон пасынки торчат. Видно отсюда. А мы домой. Ну все, выключаю, здесь ничего интересного. Тебе говорят. Блин, ворона откликается. Че молчишь? Сорок. Нет ворона. Ну взлетай. Это не дятел. Или дятел? Дятел. Дятел, ты куда, дятел? Ну ты дятел и даешь. Даже не подолбил нисколько. Потому что он дятел. Ну ладно. Пойдем дальше. Фух. Водички не взяли. 19 тысяч. 3А 5А, 18 тысяч, 12А, 18 тысяч, 22А, 19 тысяч. Медь 560, латунь 275, алюминий 85, алюминий первый 125.